привели в милицию таджика, полковника и молодого человека и начали допрашивать. Вы, говорит, полковник, за что таджика избили? Ну, понимаете, я еду в автобусе, заходит таджик и встал мне на ноги и стоит. А я думаю, вот 5 минут не сойдет, я ему, говорит, всеку как. Ну, он стоит, не шевелится, я засек время, он все стоит. Ну, 5 минут прошло, я ему всек. Потом допрашивает молодого человека, а вы что, в драку влезли? Ну, понимаете, я в автобусе стою, смотрю, дошел полковник, ну, едет. А потом зашел таджик и рядом встал, стоит. У полковника глаза такие злые стали. И он тут на время смотрит, то на таджика смотрит, то на время, то на таджика. А потом как всекет ему, ну я думаю, началось. И я тоже давай драться.